Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Samsung Galaxy S21 Ultra сбросить все настройки до заводских с помощью настроек. Разблокируем наш телефон. Давайте повысим яркость немножко. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Общие настройки». Сброс. Сброс данных. И важно, абсолютно все данные будут удалены. Если вы согласны, нажимаем «Сбросить». Вводим пароль и нажимаем еще раз «Удалить». Все. На этом все. Как вы можете заметить, все настройки были сброшены до заводских. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!